Так, всем привет! Это новое видео с новой посылкой. Через Боксбери. Через Боксбери пришла, короче, посылка. Сейчас давайте аккуратно надо ее вскрывать. Потому что там кое-что опасное. По идее, должно. Не знаю. Что же это такое? Что это? Мне кажется, уже кто знает, уже понял. Что это такое? Мы не знаем, что это такое, что это такое. Так, это надо аккуратно открывать. Потому что можно потом посылки заворачивать. А уже не получится. Какая штука. Надеюсь, они не пустые. Но по весу вроде нормально. Не знаю как. Сейчас тестировать их не буду. Но зимой, ближе к зиме, их протестируем. Вот. Это жесть. Вот размер моей руки. Это просто жесть. Вот размер телефона. Вот размер вот этой петардочки. Так что будет барабум. Так, кот, ты даже не лезь. Тут ты сейчас зажигалками тут где-то подсунешь там. Подожгешь фитиль и все. С этим надо предельно аккуратно. Это очень мощные петарды. Прям мега мощные. Ну вот как-то так, такое маленькое. Да, сильно громкий. Вот, даже вот значок есть тоже. Опасно. Очень опасно. Ну вот можете вам характеристики на паузу нажать. Характеристики прочитать. Что написано тут. Так что вот. Будем бахать. Инструкция по применению. Вот такая вот вещь. Давайте. Ссылку в описании на это, на эти петарды я оставлю. Не дешевое удовольствие, сразу могу сказать. Так что дерзайте. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока-пока.